Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Blackmoor 2. Ну что же, история наша продолжается. Хотелось бы, конечно, поиграть за новых персонажей, но с самого начала начинать как бы не особо хочется. И кто-то мне сказал, что наверху у тебя прописаны комбо-удары. Где? Я не вижу, я вижу только движение, это выбирать. Можно, короче, до 4 в компании играть даже, вот так вот. Ну что же, а мы с вами играем за царя Леонида. Да, мы с тобой прошли вот эту вот старую ферму и двигаемся. Куда нам двигаться-то надо? Ну, по идее, наверх, вот сюда вот. Поехали. Наши разборки еще не закончены. Так, что у нас здесь новенькое есть? Что-нибудь нету. Питомец только один. Специальный костюм. Можно его приобрести. Но мне кажется, он того не стоит. Давай, наверное, маленько прокачаемся с тобой. На атаку. Полностью атака прокачана. Замечательно. И немножко здоровья. Все. Этого более чем достаточно. Так. Тихо, подожди, ты куда пошел-то у меня? Давай. Оу, ничего себе здесь. Так. Со всех сторон, что ли, решили на меня напасть? Эй! Да иди ты. Эй, свинюшки, вы же были за меня. Ничего себе ты. Вы что творите-то, ироды? Да завязывай давай уже. Ой, куда ты? Континент, конечно же, континент. Куда-то упал. Ой, лопухнулся, короче, одним словом. Так, тут надо потише суперударами мотылять. Не надо, вот как попадаешь, ты посмотри. Стоит только попасть им к обоим, да? И они, вот, смотри, что творят. Ой-ой-ой, а их там, смотри, еще целая куча. Да чтоб тебя, ну зачем? Блин, надо эту кнопку вообще ликвидировать. Удар вот этот вот. Он, как видишь, ничего хорошего нам не дает. Да хорош, еще толкни меня туда. Еще толкни меня в пропасть. Получил свин, опа, уходим. Так, тихо-тихо-тихо, свинья. Блин, вот они опять сейчас будут разыгрывать. Нет, не успели ничего разыграть. Так я попробую суперударом бомбануть вот этим вот. Вот так вот. Отходим, отходим, отходим. Я... Ну, царек, ё-моё. Слушай, от этого питомца хоть вообще какой-нибудь толк будет, а? Чё он так хиляет, нищебродский? 5 хп в полчаса. Ну, это никуда не годится, ведь верно? О-о-о, как все запущено, ребята. Как их тут много на меня идет. Неужели закончился этот туннель, а? Мне кажется, сейчас будет какой-то босс еще здесь. Наверняка. Прибыли. Ну и слава богу. Чекпоинт, да ладно. А значит, здесь, наверное. Ты кто такой? Ты кто такой, парень? Ты кто? Какой-то крысиный король это, вот кто. Ого! Ничего себе, он смотри, что. Так мне даст приземлиться-то хоть? Что это за. А, это крысы, оказывается, были. Ну, что за куча какого-то тут хлама непонятного? Давай так, опа! Подрезал крылышки. Где этот король? Вот он. А, так он еще и восстанавливает себе здоровье, оказывается. На! Слушай, жесткий, жесткий королик. Ну, подписчики мне написали. Рэй, а дальше будет еще сложнее. Я верю им. Ну как, нельзя же не верить моим подписчикам, ребята, да? Они же знают толк. Знают толк. Ах ты. Ну. А если я? Ты издеваешься надо мной, а? Крысиный король. Ты просто надо мной издеваешься, да, сейчас в данный момент? Да куда ж ты делаешь свой суперудар-то? Да ё-моё, он меня перебивает тут, как охламона. Да, блин, у меня нет слов просто-напросто. Мне бы какой-нибудь вампиризм будет, что ли, я не знаю, чтобы я себе восстанавливал здоровье. Ну, куда ты вот прешь, ну? Слушай, он меня достал. Надо с ним завязывать, ага. Я его... Нет, тут, короче, ребята, надо его бомбить без остановки практически. Иначе он просто будет постоянно отхиливать себе здоровье. Понимаешь, да? Ты смотри, что он делает. Вот так вот.
Блин, и рядом с ним не стоит стоять, когда он... Твою ж налево, да что такое? Ты посмотри, сколько он тут на чего наплодил. Мне дадут хоть удар-то сделать? Нет? Смотри, что происходит. Я просто не могу ничего в этом положении сделать. Вообще ничего не могу сделать. Зашибись. Не, полетел, полетел. Блин, так у меня все конти не нафиг закончатся со скоростью света. Опять? Опять за свое, да? Ну, конечно, ребят, опять за свое. Я даже не могу отсюда выпрыгнуть, понимаешь, в чем проблема? Просто не могу выпрыгнуть. Там лучше не стоять. Там лучше не стоять, когда их целая куча. Подловил. Да он себе восстанавливает здоровье. Все, полностью практически восстановился. Да, ё-моё, ну завязывай, да. А, крысиный король. Эти крысы вообще когда-нибудь закончатся? Когда-нибудь они закончатся или нет? Бесполезно стоять рядом с ним. Ну просто бесполезно. Так, он сейчас опять будет, да? Опа. Какой ты жучара, а? Ну ты посмотри на него. Вот, я его сейчас хорошо побомбил. Кстати. Ну вот, 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 опять. Офигеть, я уже какую контини здесь трачу? Именно на этом уровне трачу. Даже перебивает мои суперудары. Да ну, блин, ну. Да это нереально, просто нереально. Не Unreal какой-то, ё-моё. Как они могут, блин, перебивать тебе суперудары, я не понимаю. Если во всех играх, по закону жанра, если ты делаешь какую-то комбо-атаку или еще что-нибудь, не имеют права тебя... Что вот это у нас такое? Вот оно что. Вот про какой суперудар говорили мне. Понял я теперь. Этот еще из-под тяжка, главное, прыгает и что-то там вытворяет. О! Ребята, немножко осталось. Совсем чуть-чуть. Давай, давай, давай. Я его, по-моему... Да, нет, он все равно отхилился. Да как ты делаешь это? Ну это ведь нереально. Нереально тебе подбить. Давай, давай, давай. Да не туда ты сделал свой суперудар. Он опять восстановил себе здоровье. Попробуем сейчас, ребята, вот так вот его, да? Ну! Есть, наконец-то, господи, да ты посмотри, ну что это что за босс? Это просто какую-то нереальность сделал. Дичь творил. Уровень пройден, спасибо, что уровень пройден. Нет, от этого ни холодно, ни жарко. Оу. Слушай, подожди, а ведь я ведь как-то должен... У нас еще тут не пройдено же много чего, да, ведь? А вот здесь вот, например, мы же не прошли с тобой. Хотя тут почему-то закрыто. Хм. А здесь, я боюсь, мы уплывем вообще куда-нибудь в трущобы какие-нибудь. Ладно, пойдем тогда по старой дорожке. Особого выбора нету. И вот здесь самое удивительное, что тоже закрыты вот эти вот локации. Хотя написано, что я могу в них зайти. А, это арены. Все, я понял. Фу. Чего? Футбол? Медиевал футбол? Это что такое? Так, у нас может быть колечко какое-нибудь нормальное есть. Вот, например. Дает нам защиты. Давай я его вот это уберу, а вот это вот... Понятно, я не могу его поставить. Опять у меня не хватает уровня. У меня левел 7, а кольцо на какой уровень? На 9. Угу. Так, прокачку я могу себе сделать? Могу. Так, и удачу немножко себе повысим. А где питомцев зарабатывать? Объясни-ка мне на милость. Я сколько тут играю, я еще ни одного питомца здесь не увидел. Ладно, друзья мои, поехали. Футбол, значит, да, здесь у нас? Medieval. Я вдруг вспомнил игру такую, Medieval. Помнит, наверное, каждый, да? Когда играешь там за скелета. Ух ты, а что у нас здесь? И? Что я должен сделать? А, ну, понятно.
Да иди ты от меня, пришел тут. Ну-ка. Эй! Ну так нечестно, блин. Блин, надо понять, как играть в эту игру еще. Что, 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 что ты тут вытворяешь? Они меня забивают голы, только шорох. Ну? Давай, 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 давай. Не надо. Ты смотри, что творят, а. Может быть, их надо как-то отдубасить. Они, скорее всего, должны же как-то погибать. Нет. Нет, 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 там. Мячик, 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 мячик. Я хочу мячик перехватить. Так, предположим. Да отвали ты от меня. Так, тихо, я должен его обратно. Так, у него, блин, супер удар. Фу, 4-0 счет. Попробуем тоже супер ударом тогда. Да ну. Так, пускай этот пока. Нет, я его все-таки, наверное, нахлобучу. Да иди ты, блин, в пень, ё-моё, блин. Контини. Офигеть, блин, что они тут придумали? Может быть, действительно их нужно подбить? Куда ты, блин, а? Да твали ты. Лезет тут, понимаешь ли. Сейчас головой, да? Нет. Да ё-моё, ну как тут быть, а? Опять суперудар какой-то, а? Так, попробуем. Ну! Удача улыбнется? Улыбнется, конечно. Аж 300 раз улыбнулась удача мне. Я все, конечно, ребят, понимаю, но это уже перебор. Зашибись, да. Мы так все контейнеры с вами потратили. Я все-таки попробую сейчас разобраться с этими говнюками. Еще и главное тут двое. Ну, попробуем я все-таки подбить. Может быть, от одного, если избавимся, будет. Дырка, ё-моё, тут по-другому не называть, блин. Ай, дуралея. Сам себе заклепал, малорик. Во, пошли, 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 пошли. Смотри, 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 что делать. Супер удар, да? Е! Ну, то-то и оно. Так, 1-4 пока счет. Где мячик? Ну, конечно. Опа. Так, этого я сейчас подобью. Есть, минус один. Тихо, тихо, тихо. Блин, все-таки подбил. Давай, 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 давай. Е! 2-4. То-то и оно. Так, давай, мячик мне. Ну, с одним, я думаю, мне здесь будет попроще. Попроще, так не крути. Пока он тут на меня отвлекается. Куда ты, куда ты хочешь его? Опа! Дырка тоже стоит там. Ну что, 3-4 счет. Погнали. Ать. Ну, давай, 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 давай. Подловил меня все-таки. Ну! Да господи! Я! 4-4. Так, я готов, я жду. Ну, как я сам себе, конечно, забил. Это было нечто. Забежал. О! Хороший шанс, ребята. Не надо! Прям вместе со мной туда в ворота и забил. Фух. То есть это как бы получается, друзья мои, был, ну, босс такой, скажем так, да? Ладно, меня это вполне устраивает. Главное, что мы с тобой выиграли. И двигаемся дальше. Футбольное поле прошли. Плавать теперь, что ли? Это что у нас за Олимпийские игры, извини меня. Так, кстати, скоро мы с тобой получим 8 уровень. А меч-то я этот могу поставить себе? Нет, не могу. Потому что он на 9 уровень. Ой, ой, это кто такой? А, так я под водой, да, типа плаваю. Угу. Так, а эти ко мне прицепились. Смотри, медузы эти, здоровые, гигантские. Ну, супер удар я могу здесь сделать. Эй-эй-эй. Слушай, неплохо мы тут бомбим. С медузами, наверное, лучше не сталкиваться, да? Ого, смотри, какой. Да ё-моё, они тут. Они все ко мне прицепились. Рубим.
шинкуем, друзья мои, всех на винегрет. Супер удар. Вау. Тут типа еще и Посейдон. Ну, как бы типа Посейдона, да? Не надо меня хватать. Не надо кусать. Слушай, билд, а что такое билд, ребята? Мне походу надо... Ты будешь разворачиваться или нет? Воу-воу-воу-воу-воу, все, замутузили. Ты понял, что творится? Когда тебе там бомбят, чекпоинт, и слава богу. Так, ладно. Отлично. Билд. А, так мне нужно и все равно бомбить всех. Ух ты, левел ап, ребят, я получил. Левел ап, и это меня уже радует. То есть мне в любом случае нужно с ними со всеми драться, ты понимаешь? Но если ты вот так вот попадаешь, тебе, конечно же, крышка. Единственное, что мне может помочь, это вот такая вот супер магия, наверное. Уходим. Попробуем сейчас бомбануть. И очень хорошо получилось у меня. Вот так вот. Так, этот зеленый что-то меня раздражает. Давай, давай, иди сюда. Я его, ну, немножко подбил, немножечко. Так. Дай-ка я попробую его накумарить. Да чтоб тебя, он меня подбил, гаденыш. Очень быстро контейнер здесь тратится, ребят. Что он там делает? Давай, давай, это, наверное, самое главное и есть. Смотрите, человек, как он тут. Опа. А я, главное, ничего не могу сделать. Сейчас его попробую подбить, Фух, короче, подводное царство, по ходу дела, я прошел. Или это мне только так показалось, что я его прошел. Конечно, тут дальше и плывем. Не надо, отцепись от меня. Да чудище ты болотное. Вот так вот. Хорошо, всплываем. Чекпоинт, вот самое главное, что чекпоинт мы с тобой отметили. И опять билд. То есть опять мне надо вот с этими чудиками драться. Угу. Неплохо, неплохо, я тебе скажу, сейчас получилось. Ай-я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 й. Вот они как начинают свои комбо-атаки делать. Все, ребят, хоть ты тут что делай. У нас есть, кстати, суперудар. Блин, постоянно надо на него кнопочку отдельно поставить. Ага, одного поджарил. Ну, так, вот с этим разберемся. Ну что, поплыли? Так, здесь нам делать нечего. Какая-то пасть. Мы заплываем в пасть. Ох, ёпрысоты. Чего? Пакмен? Причем здесь Пакмен? Ну, я так понимаю, я должен, наверное, это все собрать. Это не просто же так это все здесь сделано. Хотя, почему бы и нет. Могли бы просто, ну, знаешь, как, типа отсылка на разные игры. Тихо-тихо-тихо. Оу! Что? Просто вот... Просто, ребята, если до тебя... Ой! Ай! Да ну! Блин! Пакман тоже мне, а? Ну да, моя цель здесь, друзья мои, собрать вот это вот все барахло. Все вот эти... Подожди-ка, а точки-то опять возрастают. Но в Пакмане, насколько мы помним, была такая возможность... взять неуязвимость, а здесь я такого не вижу. Я хоть правильно вообще делаю это все это? Я, если честно, не особо уверен, потому что точки опять появляются. Точки опять появляются, а я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю, что и сказать тебе по этому поводу. Так. Да ладно, блин, появляется опять все заново. Ребят, ну что это за дела? Я, значит, их собираю тут. А они появляются. Так, давай попробуем здесь с тобой быстренько. Вот здесь вот остались совсем немножко. Да ну, блин, тронул мизинчиком, ё-моё, его. И на тебе. Есть. Три контини, ты понимаешь, три контини потратил вот сюда вот. Или даже больше, чем три. Я не знаю, ребята, что бы я тут делал вообще без этих контини. Как бы тут играл бы.
Даже монетки не успел все собрать. Подводные царства прошли. Что здесь у нас? Хэллоуин Манор. Это еще что за Хэллоуин Манор? Так, восьмой уровень у меня. Я ничего не могу здесь, ребята, надеть. Что-то какой-то замок, не нравится мне он. Совсем не нравится. Да ну. Да иди ты. Да это босс, что ли, я так понимаю? Это босс, скорее всего. Че там еще прыгает на меня какая-то фигня? Нет, это, ребят, не босс. Это... Да, по-моему, слушай, по-моему, этого чудика мы уже с тобой видели как-то. Который там прыгает, да? По-моему, я его видел. Я его вспомнил. По его наглой физиономии. Так, кого-то подбил. Этого подбили мы. Ага. Вот он, ребят, кислотник-то этот. На. Попробуем сейчас. Не вышло. Тоже по заднице хлопает. Это мне уже напоминает Дэн Зе Мэн. Там тоже противники любили себя похлопать по задней точке. На. Додулся. Вот так-то. Но это, ребят, не конец. Это еще... Так, разминка, так скажем, была. Там я видел еще ворота. Ты будешь меня лечить, чудик? А чекпоинт? Ой. Ого. Что это за... Ребят, какие-то серафимы. Что они делают? Опа. Не надо. Да чтоб тебя. Опасные девчули. С цепями, да, все дела. Смотри, что творят. Опа, как ты меня поймать-то? Не надо целовать меня. Зацелуй до смерти. Ну-ка, попробуем. Уйдем, 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 уйдем. Двойняшки написано. Ой, я курочку подбил, да, с этого. Есть, минус одна из близняшек. Минус вторая. Слушай, ну этот босс был попроще, попроще. Чекпоинт, слава богу. А, двигаемся дальше. Ой, ты кто такой? Ты кто такой-то? Я даже не... Так за столом и отдуплился. Под столом даже, я бы сказал бы. Так, слушай, может быть, надо вот так вот идти? А, все, я понял. Эй! Да... Да... Офигеть, друзья мои. Так, давай-ка мы, наверное, с чекпоинта начнем. Все равно он здесь рядышком у нас, да? Нафиг мы будем с тобой тратить контейни. Надо просто разобраться, как тут делать. Так, бежим. А дальше-то что? Пфф. Не понял я юмора. А как дальше-то быть? Этим ударом, что ли, проходить там сквозь... Ну, попробуем. Так, побежали. Да здесь, ну нереально, ребята, ну. Да хоть убей, я не могу понять. Попробуем еще разок. Так, идем сюда. Да мне там не пройти. Блин, двойной прыжок надо было делать, оказывается. Тихо. Дай! Дурачок, а? Местного разлива. Ладно. Давай еще разок, погнали. Двойной прыжок, короче, ребят. Да двойной прыжок. Я кнопку путаю. Я просто путаю кнопку. Еще, блин, тут мышка-то мешается. Достала уже в корень. Погнали. Ой, он уже здесь, этот призрак. Да ну хорош. Главное, еще не слишком быстро надо бежать. Ты будешь запрыгивать. А он не хочет туда запрыгивать, и все. Зашибись. Он туда просто не хочет запрыгивать. Слушай, они же, по-моему, тут кончаются, я так могу понять, да? Вот они тут ходят. Три штуки, да? После этого я сюда, например. Уйдем. Смотри, как они странно двигаются.
Если я, например, сюда пойду. После этого запрыгнул все-таки, да? Дальше давай подумаем. Они ходят по кругу. Вот здесь вот есть вроде бы карманчик небольшой. Так. Сюда. Окей, блин, фигею просто. Дальше нам нужно с тобой припрыгнуть. Вот. Нет, 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 не надо. Да куда ты упал-то, дурила деревянная? Фух, мое, чекпоинт нужен срочно. Слушай, тут у них закольцованность идет, и надо как-то так сделать. Угу. Дальше что, на стол нам надо перепрыгнуть, да? Перепрыгнул, блин, на стол. Контини тут тратить надо нафиг. Так. Ладно, на столе. Теперь бежим. Тихо, тихо, не трогай. Ломай двери эти. Трындец, блин. Просто трындец. Придумали-то, а? Ну что, очередной босс? Миррор, зеркало. Отражение, я сам с собой буду драться, что ли? Походу дела, да. Нифига ты. Эй-эй-эй-эй-эй. А ты гаденыш, а. Смотри, что он делает. Попробуем его подловить. Подловил, он меня подловил. Уходим. Уходим, ребята. Пробуем пробить. Нет, что-то не получается его пробить. А что это у него за такая атака? Почему у меня нет такой, как он там приседает и начинает бомбить. Опа. Дынь, 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 дынь. Хорошо его прожарил, а если я так же? Я могу нажать, активировать. Могу. Пробил, неужели. Монетки там были. Так, я думаю, что вот здесь, наверное, есть курица. Не? Ничего не было. Ну, а здесь? Так, миску съели. Что дальше? Оу! Риддикбо, две штуки, да ну? Да еще этот... Куда ты? Ты еще пришел сюда? Ты-то куда, блин, явился? Ты серьезно? Да ну, блин, он еще и крыс. Я думал, что он будет, ну, какой-нибудь облегченной версии. Трындец. Так, опа. Да уйди ты, блин. Сифу. Или как тебя назвать-то, я даже не знаю. Так. А подожди, а король Рат еще жив? А где он? Я же его подбил. Дай-ка нафиг суперудар сейчас попробую применить. Так, бомбочки-то все и разбросал. Поджарь, поджарь его. Слушай, ну вот сейчас хорошо было. Перебивает и все здесь. Ты тут что делай? Иди сюда. Минус один, подрезал я его. Так, этот. Блин, эти крысы неохота трогать, понимаешь? Опа, 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 суперудар. Применил, а? На тебе. Надо суперударом его. Блин, мой главное не перебивает, а он перебивает. Сейчас попробуем, ребята, его поджарить. Поджарил вроде бы маленько, да, или нет? Что-то я не увидел. Бубнит, бесит аж, бубни, бубнило, блин. С нижнего Тагила, ну. Да. Да что, он вон все перехватывает. Он все перелавливает. Все мои суперудары. Да блин, это, ну, это невозможно, ребят. Ага, дудки тебе. На! Неужели что-то сработало? Так, суперудар. Ну ты попрыгнул, ты достал, а? Все, осталось маленечко, ребята. Один удар. На! Так, а этих крыс мне обязательно бомбить, которые там летают, или нет? Или я могу все-таки просто дальше пройти? Чекпоинт. Чего? Я не сплю. Так, суперудар. Друзья мои, будем, блин, применять. Да ты активируй его.
двумя этими близнецами, да? О, воу-воу-воу. Нет! Да блин, шары еще тут летают. И крысы эти опять же. Куда ни сунься, везде какая-нибудь гадость будет. Так, я подбил этих близняшек. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это как, еще какие-то огнеметы тут. Где он? Вот он. Так, подбил крысу. Ой-ой-ой-ой-ой, я... Ребят, я... А, нет, все нормально. Все нормально, все нормально, конечно, все нормально. А, можно вот так вот, оказывается. Я не знал, что можно через это проходить. Я у него отнимаю, отнимаю маленькое здоровье. Так, ага, я понял, что он творит, как он творит. Ать! Тут, конечно, он меня подловил. Что-то пьет. Что-то там гад выпил. Сейчас будет супер, наверное. Ой-ой-ой. Подожди, 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 подожди. А если я здесь постою, он будет меня бомбить, нет? Лучами. Так, подожди-ка, мы с тобой можем применить сейчас суперудар. Он же попал ведь под суперудар. Под мой, попал, но... Так, короче, немножко осталось у него здоровья. Шары бесявые. Да ну, блин, ну там совсем чуть-чуть. Совсем-совсем чуть-чуть. Есть! Да что же за игра такая? Тут супер-пупер, блин, сложность какая-то. Дай монету мне. А уровня я не получил еще, да? Понял, получается так. Офигею. Так. Мы с вами, ребята... То ли воспоминания, короче, тут мумии, житель убегает куда-то. А, это вот этот чувак-то как раз и есть, да? Вот он, по-моему, смотрит на звезды. Они что-то читают, какие-то заклинания. Хм. Пленили рыцарей вот этих вот совушек. Ага, вот он этот Ридикбо, обезьяны эти, лягушки злые. В общем, короче, народ тут полностью захватили. Варят какие-то снадобья. Я не знаю, для чего. Друид, кстати, этот варит снадобья из перьев этих как раз птичек. И вот они сварили зелье. И дают... И дают своим, как говорится, чувачкам. И они испытывают неимоверную силу. Они становятся суперзлодеями. Суперсильными. Супер мощными. Так. И вся эта армия куда-то бежит. Темный лорд. Это вот это и есть темный лорд, да? Потому что вот эти вот рыцари, помню, этих я помню. То есть только ты не говори, что я прошел игру. Можно же было как-то там по другой ветке пойти. Или нельзя? Угу. Ой-ой-ой. Колдрон какой-то. Это лава. Чё-то я побаиваюсь туда идти, если честно. Но у нас тут, ребята, еще есть ведь уровни, согласитесь. Я не знаю, правда, стоит ли мне на них идти. Тут вот, смотри-ка, закрыто, да, ворота. Вот здесь вот у нас есть корабль. Я думаю, мы, наверное, с вами летающий корабль. Мы, наверное, в следующей серии, друзья мои, отправимся на летающем корабле. Посмотрим, что у нас там. Может быть, эти ворота где-то там откроем. И надо проходить все уровни. Ну, а с вами был Рэй. Всем удачи и до новых скорых видосиков.